Здравствуйте! В эфире программа «Тайны советского кино» с ведущим Иваном Усачевым. Наш очередной выпуск мы посвящаем прекрасному фильму «Ищите женщину». В офисе преуспевающего парижского нотариуса в самый канун Нового года произошло загадочное убийство. Полиция оказывается не способна раскрыть преступление, и тогда за дело берется скромная телефонистка нотариальной конторы. Ей удается вывести убийцу на чистую воду. Интересно, что французские историки кино называют фильм самой успешной детективной комедией Советского Союза. С этим трудно не согласиться.